кто это вообще такой? Саша Максимов, переговорщик, вместе работали. И как, по-вашему, он провел переговоры? У него там была дочь. Была дочь. Никто не знает, что там случилось. Девять лет прошло. Служба психологической помощи слушает вас. Я постоянно его ревную. Гадина. Вышла замуж ради квартиры. Помоги мне. Как вас зовут? Люблю путешествия и тихие вечера за бутылочкой вина. Бутылочка неправильно. В чем? Правильно, бокал. Главное оружие переговорщика – это разум. Я могу заставить любого человека сделать то, что мне нужно. Вы? Чего хотите вы? Да. Готов сыграть. 7 налетчиков у захват машины. Он устроил все это шоу для того, чтобы ты получил стипендию. Поехали. Дорогая, я не в форме. Маньяк, помешанный на контроле, манипулятор. Предложил игру. Твой ход. Нас взяли в заложники. Засекай время. Через 20 минут ты отсюда выйдешь. Пожуй пока. Время работает против нас. Ребенок пострадать не должен. Зачем ты лезешь в это? Ты кто? Переговорщик. Пусть говорит. Я хочу его послушать. Вам не кажется, что все это срежиссировано? Я считаю, что он тобой манипулирует. У каждого человека есть слабое место. Вот у меня, например, сын. Должен его вытащить. Обещаю. Вдох. Выдох. Ложь рано или поздно выходит наружу. Готовы? И чем позже, тем разрушительнее последствия. Начнем переговоры.